Everybody, I'm a bit sorry that I started to think already now. I wasn't sure what I have to do now, but I took some thoughts and I hope that I can say things, yes, which are true. So, young teachers at school. I think first I would say, what does young mean? In Switzerland, we have young teachers in their life. They are about 26. And we have young teachers, they are about 50. So is young something towards the profession or something according to life? So I think, but I'm always a bit like that, young teachers is not the right word, because in no other professions we talk about young doctors or young electricians or young whatever. Why should we always talk in the profession of teacher of young teachers? I think it's important to respect the fully educated teachers as professional, and with about a bit of vision, a bit of positive view. We can be proud of them because they are the best educated ones and the most actual educated ones. They bring much of innovation to the schools and can be the complementary part to the experienced teachers at school, and I think both together make innovations and keep our schools alive and in a dynamic. So I would say, let's finish to talk about young teachers. Let's call them beginning teachers, experienced teachers, and all these different stages have their specific quality that contributes to a school that can develop. Challenges. I think challenges are for the individual beginning teachers, but also начинающих учителей, for the society, и для общества, которые должны их уважать, and also for the schools, и также и для школ, and the teams, для, and the для групп, для директоров, которые уважают и воспринимают трудности, необходимости и потребности не только начинающих учителей, но также и опытные учителя. У всех есть потребности. И я думаю, что сложности и задачи касаются не только молодых начинающих учителей. Все учителя сталкиваются с какими-то сложностями, задачами, потому что они встречаются с новыми и новыми требованиями, они постоянно меняются в школах. И мы всегда представляем учителя как эксперта, знатока, специалиста. Но и дети тоже меняются. Каждый отдельный, каждое взаимодействие с ребенком всегда случается когда-то в первый раз. И мы всегда думаем о том, как мы выглядим, как мы меняемся. Я знаю, как это работает. Но если я не уважаю ребенка, значит, я не уважаю школу, не уважаю изменяющееся общество. И самая главная задача общества — это уважать тот факт, что оно меняется, что общество меняется, что мы не можем оставаться на том уровне, на который мы которого мы достигли, и мы не знаем, в каком мире мы обучаем своих детей, потому что мы обучаем их для жизни в том мире, в котором мы еще не жили, который мы не знаем. Поэтому наша задача, наша сложность не только для начинающего учителя, не только учить,
просто учить, а учить уважать каждого человека, каждую группу, каждую отдельную школу и делать их открытыми к сложностям будущего, подготавливать их к сложностям будущего, препятствия или барьеры. Наверное, это тут немножко провокативно, но это всегда какие-то препятствия в голове. У каждого человека есть свои какие-то барьеры. И если мы говорим о начинающих учителях и думаем о том, что им необходима поддержка, необходимо говорить им, как что-то делать, что делать, если они что-то знают или, может быть, не знают, может быть, они недостаточно подготовлены, может быть, у них недостаточно опыта. Да, тогда у нас возникают барьеры и препятствия в нашем сознании, в нашей голове. И мы не понимаем, что привносит молодой учитель. И как я знаю из опыта различных стран и моего количественного анализа, это меняет структуру мышления к профессиональным требованиям. И по статистике я вижу, что скрытая структура всех этих комбинаций, как мы справляемся с изменениями, и как они варьируются от начинающих учителей к профессиональным учителям и опытным, они воспринимают то, что происходит вокруг по-разному. Их логика восприятия разная. Да, мы опытные, мы должны говорить молодым и начинающим учителям, что они должны делать. Они просто будут копировать то, что мы делаем, но это не профессионально, это не наша профессия. С таким высоким потенциалом задач. И каждый отдельный учитель должен найти свой путь и должен уметь сотрудничать и прислушиваться к чужим мнениям, но найти свой способ, как обучать детей. Я думаю, барьеры или препятствия, даже когда мы знаем, как все работает, как все происходит, но мы, я думаю, никогда не знаем, как в действительности все происходит. Мы должны слушать, воспринимать, чувствовать, ощущать, что происходит с каждым отдельным человеком. И если мы этого не понимаем, то, конечно, у нас возникают барьеры и препятствия. И третье — это решение. Да, конечно, я думаю, что все сложно, и это сложно. Решение. Некоторые решения, когда мы сосредоточены на отдельном молодом начинающем учителе, мы должны уважать их специфичные, особенные потребности и нужды. Они способны и понимают, что им необходимо, потому что их образование закончено, и мы должны уважать их как профессионалов. И если мы даем им программу поддержки, обеспечиваем им программу поддержки, и различные возможности открываются перед ними в их самореализации в рабочем процессе, мы знаем, что различные возможности, курсы, советы и так далее. Ну, некоторые выбирают одно, некоторые выбирают другое. И если мы должны уважать их выбор, в том числе, и это может быть решением. Другое решение, я так думаю, что и опытные учителя нуждаются в дальнейшем образовании и улучшении своих знаний. Если мы не развиваемся, если мы стоим на месте и думаем, что мы профессионалы, тогда мы теряем наши знания, и мы перестаем быть профессиональными в своей области. Это еще одно решение, которое я вижу, это сотрудничество, кооперация между различными группами. И я не думаю, что взаимодействие должно происходить только в предметных группах, потому что любой учитель
не зависит от своего знания, от своего предмета. Это педагогика. Мы не можем заменить принципы педагогики. Дети всегда дети. И мы не можем их подразделить на какие-то философские группы, потому что учителя преподают различные предметы. Есть надпредметное знание, и тогда решение приходит в кооперации, если мы сосредоточены на классе, на детях, на феноменальных явлениях, не только на предмете, когда мы готовимся к заданиям, но мы сосредоточены на знании и на учениках и их потребностях. И на макроуровне решения нам необходимо уважение со стороны правительства. И если мы сотрудничаем, если мы кооперируем, если мы думаем, размышляем, это всегда часть нашей работы. Это часть нашего свободного времени, чем мы занимаемся. Также нам необходимы деньги, чтобы работать вместе. И в других работах, например, социальные работы, надзор и какие-то семинары являются частью рутинной работы. Почему нельзя внедрить такую систему для учителей? Дальнейшее обучение, размышление, время на то, чтобы этим заниматься. Я думаю, мы придем к этому, что мы будем просто вынуждены делать именно так, потому что это часть нашей профессии, нашего профессионального роста, занимать время саморазвитием. И позвольте начать с вопроса. Мне очень нравится этот слон, это животное. Слон в комнате и вопрос, который мы думаем, мы никогда не задаем. О чем это все образование, это обучение, это профессия, работа или квалификация? И какие сложности, какие задачи встают перед молодыми учителями? У меня очень хорошее введение перед основными задачами от профессора Шнайдер, которое она нам выдала. И я хотел бы представить несколько мыслей для... Это те проблемы, с которыми сталкиваются молодые учителя в 21 веке. Что здесь происходит? Мы действительно не знаем, что здесь происходит, но нам говорят, что это будущее. Нам говорят, что это решение всех проблем преподавания, какие-то когда-то были, но это не так. Это технология. И, возможно, технология, которая используется совершенно неправильно. Это типичный урок, на которых педагогика, технология вытесняет педагогику. И самая большая проблема, с которой сталкивается молодой учитель, это перестроить их сознание, сознание детей. Все учителя могут использовать технологии. Я бы сказал, да, но не используйте их, по крайней мере, до тех пор, пока вам она не нужна или вы не можете ее использовать правильно. Вторая проблема, вторая задача, с которой сталкиваются молодые учителя, это родители. Мы работаем на родителей, для родителей, или мы работаем с родителями? Это очень сложно, потому что многие родители считают, что мы работаем для них. Ты работаешь, вы учите наших детей, вы должны сделать из моего ребенка чудо. И я бы сказал, что начинающий молодой учитель должен смотреть на проблему как на работу с родителями и для родителей. Потому что если мы не работаем для родителей, то мы потеряем родителей так же, как и детей. И это означает, что вы должны всегда говорить родителям, что у детей есть
проблемы, объяснять, что они должны делать с этой проблемой. Это непросто. И молодые учителя должны обладать и этими навыками, и учиться этим навыкам. Мы не всегда видим их в школе, а это навыки, которые мы получаем в жизни, а не в колледже, которые мы развиваем на протяжении всей нашей жизни. Третья проблема или сложности, которую профессор Келлер Шнейдер уже упомянул сегодня, это идея, что мы готовим детей к жизни в том мире, в который мы не знаем. И наша задача как учителей — готовить детей к профессиям, которые мы еще не изобрели. Teachers, we must do this, but if we do only this, we are failing everyone. А если мы сделаем только это, мы терпим неудачу, наши родители, дети и мы сами. Мы должны готовиться, мы должны подготовиться не просто к новому миру, миру работы, но к жизни за пределами работы. Мы должны удостовериться в том, что у них есть культурное понимание, моральные ценности, способность наслаждаться этой жизнью, находить себя, не потеряться в этом мире. Дети больше не будут играть, они все время сидят за телефонами. Нам нужно, мы должны, как преподаватели, как молодые преподаватели в особенности, нужно взглянуть в глаза этому вызову, чтобы держать вот эту линию с учетом тех ожиданий, которые нас ждут другие преподаватели, родители, политики, государства. Основные барьеры. Я полностью согласен, что они все были названы, и есть несколько других. Для меня это один главный барьер, с которым сталкиваются молодые учителя. Они будут работать, пока они не упадут. Поскольку они чувствуют, что все должно быть идеально. Они перфекционисты, они готовят свои занятия, они выставляют оценки, они всю ночь не спят, планируют, переживают, да. Ну, что-то подобное нужно делать, но если это все, что вы делаете, получается, вы нечестно поступаете по отношению к себе. В моем понимании, вы должны уважать себя, вы должны думать о своем благополучии, о своем здоровье, вы должны о себе заботиться, потому что учитель, подобный этому, он никому не нужен, и он не принесет такой пользы. И слишком много молодых людей идут именно по этому пути, и очень быстро. Часть того, что нам нужно сделать, когда мы обучаем, готовим молодых преподавателей, помочь им понять, увидеть то, что нужен баланс в их жизни между работой, которую они выполняют, которая чрезвычайно важна, и той жизнью, которой они живут, которая также важна, не менее важна. И, конечно, поскольку иная модель, о которой я говорил, она никому не нужна, и она абсолютно неэффективна. Профессионализм, я не знаю, что это барьер или часть решения, как посмотреть, но, на мой взгляд, главный барьер, препятствие, то, что мы недостаточно часто видим эти четыре аспекта образования. Это не просто молодые преподаватели, это справедливо для всех учителей. Нам нужен высокий уровень начальной подготовки преподавателей. Это некий барьер, поскольку этого нет. И это является барьером. Есть части мира, где нет никакого начальной подготовки. Они сразу начинают работать в школах. И им необходимо работать с 200 детей. Это невероятно сложно. Нужна очень высокая степень адаптации, конечно же, того, чтобы... Я знаю, о чем говорили члены Федерального университета. В Лавге проводится очень большая работа в этом направлении с точки зрения адаптации и преемственности в образовании и преподавании. Это барьер. Если этого не предусмотрено, тогда это препятствие. А если же это реализуется, это часть решения, если делается в качественном высоком уровне. И последний. Я так рад, что вы это сказали. Нужно время. Я сказал бы, что каждый учитель требует, нужен творческий отпуск. Каждые 7-8 лет вы просто уезжаете из школы и делаете все, что угодно, только не это, в течение года. И вы перезаряжаете свои внутренние батарейки, вы возвращаетесь с новыми силами. Я думаю, это очень важная часть педобразования. И тот факт, что этого невозможно, создает очень серьезный барьер, на мой взгляд. Это картина, которая представляет преподавателей и педобразование для меня. Так я это вижу. Преподавание — это предоставление сырья, подобных вещей,
Я думаю, что качество картинки не самое лучшее. Навыки, чтобы использовать эти сырьевые материалы, так, чтобы каждый ребенок строит что-то уникальное. Нет идеального дома. Каждый ребенок строит свой собственный дом. Каждый молодой преподаватель строит свою собственную профессиональную карьеру, свою жизнь. Мы должны дать им правильные сырье, материалы и навыки, чтобы из этого построить свой собственный успешный дом. Решение. Решения у меня нет. Я не приехал сюда, чтобы продать вам продать сюда песок, нефть или какой-то материал. У меня нет решения, но у меня есть соображения, которые могут помочь найти путь к этому решению. И опять вы абсолютно правы, профессор, он связан с... Когда мы воспринимаем преподавателей как профессионалов, мы не рабочая сила, не просто рабочая сила, мы профессионалы. Это целая профессия. И мы всегда должны об этом помнить. Если мы потеряем это из виду, тогда мы упустим из виду очень важные вещи, что составляет ядро концепции учителя. Профессия, которая строится на коллаборации, которая взаимодействует с другими людьми. Мы говорим ли о других учителях, психологах, представителях других профессий, профессионал, социальный работник, которому приходится иметь дело со сложными случаями. Мы должны работать с другими профессионалами, чтобы предоставить такую услугу, которую удовлетворит, которая будет полезна для этих детей. То есть, конечно, нам нужен доступ к хорошим технологиям, но не те старые, а устаревшие технологии. Нам нужна технология, которая отвечает требованиям педагогики. Педагогика, в первую очередь, конечно, в приоритете, а потом уже только технологии. Если вы делаете наоборот, механизм не сработает. Вам нужно начать с преподавания и использовать технологии, которые будут служить этим целям. Это часть решения. И часть решения — найти способы, чтобы призвать большое количество молодых людей и иметь уверенность, да, я могу использовать эти технологии, эти методики, и нет, я не буду их использовать, этот мусор. И это непростое решение для молодых преподавателей, начинающих свой путь. Да, еще один обучающее сердце, я объясню это понятие. Поскольку часть решения — это наиболее важный момент. Светить, у меня есть видео, но я не буду его сейчас воспроизводить, я его пропущу, у нас нет времени, к сожалению. Это сценарий, который... Это часть моих учеников в настоящее время. Я очень горжусь этим примером. Это пример не в университете, это штаб-квартира Microsoft в Дублине. Мы используем их объект, их помещение для преподавания. И я говорю, что они успешно используют технологии. Я, в общем-то, удостоверился, что это действительно так. Преподаватели, которые работают вместе, которые вместе сидят, обсуждают какие-то вопросы, обсуждают ту практику, которую они используют, которые сопоставляют свои записи, которые объясняют, как можно реализовать те или иные положительные вещи. Но очень важно помнить одну вещь. Нет такой вещи, как лучшая практика. Если вам кто-то говорит, что вы должны использовать лучшую практику, скажите, что это полный бред. Вы не используете лучшие практики, вы используете хорошие практики. А хорошие практики связаны с тем, что вы знаете о детях, с которыми работаете, о том районе, в котором вы живете, откуда они родом, и о более общей, о всеобъемлющей картине, к чему стремится на национальном, региональном уровне системы образования. Молодые преподаватели узнают это, но довольно часто слишком поздно. Сидеть вместе, пронизывать свой процесс, это имеет большое значение. Я работаю с большим количеством преподавателей, и есть целая группа профессионалов, о которой мы не думаем, это мы. Когда мы говорим людям из педобразования, почему эти технологии такие неэффективные. Это группа моих студентов, будущих преподавателей, молодых преподавателей, которые только начинают свой путь. Да, они говорят, да, это очень интересно, но это не работает в нашей повседневной работе. Нам нужно донести эту мысль до тех, кто разрабатывает эти технологии. Работа, которая проводится здесь, я думаю, она очень важна. Они видят видение, которое реализуется и которому придерживаются в институтах, подобных этому. Но это сработает только если это включает голос, интерес и то, что говорят молодые учителя в каждом аспекте, что про
проектируется, что преподается. Я думаю, это очень непростая вещь для более крупных фундаментальных учреждений, которые нужно это принимать во внимание. Но и отрадно, что федеральному университету удается это сделать. Не буду вдаваться в детали, на мой взгляд, то, что нужно понять молодым учителям, связано с пониманием, как мы можем выстроить этот объем знаний. Поскольку мы не можем готовить их профессиям прошлого, мы должны научить их, как быть мудрыми, как знать, быть осведомленными, как находить вот этот баланс, который происходит очень просто для нас, но очень непросто для молодых преподавателей. Понимание этих ценностей довольно часто связано с тем, чтобы они общались друг с другом, чтобы вместо того, чтобы использовать технологии для преподавания, просто использовать их как инструменты. Использование продуктов, которые полезны, как Skype, использовать так, как мы хотим, как мы видим, вместо того, чтобы использовать так, как нам это говорят. И опять-таки, молодые преподаватели сталкиваются с определенными проблемами в этом ключе. Четыре основных замечания или вывода. Решение лежит где-то в сочетании этих элементов профессиональных ценностей и взаимоотношений, профессиональной целостности и честности, когда мы верим в себя и в ценности, которые мы несем, профессиональное поведение, модель поведения и практики, то, что мы говорили о системе ценностей, о причине, по которой мы делаем то, что мы делаем, убеждения, которым мы придерживаемся. И идея быть развивающимся, поскольку преподавание — это не конкуренция, это не состязание. Да, здорово, когда вас награждают. Лимонад лучшему учителю года. Но это не состязание, это не конкуренция. Это работа, совместная работа того, чтобы максимально обеспечить самый лучший результат, когда мы имеем такую возможность работать вместе. И да. Вот, опять-таки, я включил сюда этот слайд, и когда я его сюда вставлю, у меня всегда сложности возникают. Но я абсолютно уверен в это. Истинные изменения происходят только тогда, когда мы привержены лучшим практикам из прошлого. Вы не сможете решить проблему, мировые проблемы, если мы просто отбросим то, что было хорошего в прошлом. Вам нужно взять самое лучшее, квинтэссенцию того, что было пройдено, и реализовать в том, что актуально сейчас и то, что понадобится в будущем. И таким образом вы сможете создать поколение, которое определит будущее. И я полагаю, что последние слова, которые я всегда говорю, профессор Роза Валива. Я знаю, что преподавание — это очень непросто. Преподавание, оно имеет технические компоненты, связанные с техникой, но это не только техника, методология. Это профессия, но это не только профессия. Это еще и упражнение в нашей душевной работе, упражнение в сохранении надежды и убеждений, и верования, то, что молодые люди, каждый молодой человек имеет значение. Если мы можем убедить молодых учителей в этом, тогда мы обречены на успех в педобразовании. И именно здесь я закончу свое выступление. И большое спасибо за ваше время, за ваше внимание. Я очень рад, что профессор имел возможность принять участие в нашей сессии. Я думаю, что было очень важно, было бы здорово выслушать комментарии от других ключевых докладчиков. Но мы с вами, я думаю, сказали уже достаточно, чтобы вы задумались сегодня вечером и еще в несколько дней о том, что происходит, как нам жить дальше. Если вы хотите, я с удовольствием отвечу на вопросы, которые, возможно, у вас есть. Я хочу связать этот форум с прошлого года, и мы много говорили о контексте, о важности контекста. Когда вы учитель в Великобритании или учитель, это отличается от того, что называется быть учителем здесь, в России. Я как начинающий учитель, у меня много сомнений относительно, должен ли я оставаться учителем, или же мне нужно переключиться и переквалифицироваться на другую профессию. Оставайтесь, конечно, и сделать эту профессию лучше. Да, конечно, возможно, это хорошее решение. Многие люди, молодые люди говорят мне, то, что мне нравится преподавать, но
не хотел бы быть учителем, но много других «но», по которым они не идут в эту профессию. И я хотел бы спросить вас, что бы вы рекомендовали начинающим учителям, что им нужно делать и как думать, как, о чем поразмыслить, прежде чем принять решение остаться в этой профессии или сменить ее? Прекрасный вопрос. Я думаю, что уход из профессии. Не думаю, так много учителей уходят из этой профессии, как об этом показывает литература. Если они уходят конкретную школу и ищут какую-то другую школу, где учиться, и начинающие учителя из того, что я знаю, думаю, то когда-либо думают о том, чтобы уйти из профессии. Я впервые начала работать с коллегами для того, чтобы анализировать, что заставляет вас принимать то или иное решение, уходить из профессии или же оставаться в профессии, что привлекает в этой профессии, и что же вас подталкивает уйти. Я вижу, что есть определенные причины, потому что, например, школа не подходит этому человеку, или коллеги, или он коллектив, или все что угодно. Или какие-то нормативные требования, определенные правила, которым они должны следовать, различия в знании, в фоновых знаниях, и то, на что ориентирована его жизнь, и что позволено в этой школе. И тогда я думаю, что решение, да, конечно, уходить из этой школы, искать другую школу в Швейцарии, мы ищем, конечно же, место. Я думаю, в Германии они получают профессию, получают работу. Я не знаю, как в других странах. Это все зависит от системы. Иногда они хотят уходить, уйти, поскольку им нужен какой-то перерыв. Если они просто пойдут в школу, получат свою бакалаврскую степень, они работают как преподаватели, возможно, если это утомило, сделать паузу, увидеть, познать что-то другое. Это не связано с тем, чтобы совсем уйти из профессии. Это просто связано с перестать преподавать на какое-то время своей жизни, но затем вернуться к этому с новыми идеями, с новым опытом. И я думаю, что есть также исследования в Швейцарии. Только 6 или 7% хотят сменить профессию. И это... Согласно нашей статистике, это релевантно для других профессий. И это хорошо, когда вы уходите из какой-то профессии и делаете что-то новое. Почему должно быть в профессии преподавателя, и если это правильная работа? Возможно, вы будете делать что-то еще, но вам нужно еще одно образование понадобится. I'm not asking... Я не пытаюсь принять решение остаться в профессии из-за профессии самой. Я спрашиваю о том контекст, в котором нам необходимо работать. И профессия, по мнению многих людей, недооценена и не оплачивается, как она должна оплачиваться. Ну и много таких «но», которые заставляют человека принимать соответствующий выбор на основе этих условий, несмотря на то, что они эту профессию любят. Я надеюсь, что я уточнил свой вопрос. Я хотел бы ответить. Я думаю, что это не только справедливо для России, это много везде по миру это происходит. Преподаватели недооценены, не только в России. Особенно в тех моделях либеральных, где вы оцениваете работу, которую вы делаете, и ваши ценности основаны, кажутся не такими важными, и очень сложно, конечно же, ориентироваться только на зарплату. Совет, который я хотел бы дать молодым преподавателям, всегда стараться оставаться в профессии, постарайтесь измениться, боритесь за изменения, но коллективно, совместно. В моей стране, нам очень повезло, в моей стране, с одной стороны, потому что у нас очень мощные профсоюзы учителей в стране, преподавательские, профессорские ассоциации, учительские ассоциации, но вам нужна поддержка со стороны общества. Если общество не относится к вам хорошо, ну тогда вы подумайте, я двигаюсь дальше. Но я уходил с преподавания дважды, лично я. Одна
Один раз это была причина, потому что мне платили мало, я считал, что мне платили мало. Да, то есть я работал в технологической сфере какое-то время, я узнал очень много за один год, и затем я вернулся к преподаванию. Второй раз, когда я ушел из преподавания, когда работал с ООН на нескольких проектах в Лесото, в Африке, и затем я опять-таки вернулся к преподаванию, потому что преподавание, сколько бы ни было бы удачи или поражений, когда вы соприкасаетесь с жизнью 10, 20, 30 детей в течение своей жизни, вы меняете эту жизнь. Это очень важно. И вы не купите это за деньги. Нигде, ни в одной профессии вы этого не получите. И, на мой взгляд, это находится в вашем сердце. Есть у вас это или нет. Вы должны верить в себя и в те ценности, которым вы следуете, даже если вы не всегда получаете должное вознаграждение. Но я думаю, я понимаю. Мой практический ответ – организуйте, стучитесь в двери, ищите помощи, поддержки. Моя дочь – учитель. Она организатор такого профсоюза для учителей. Но однажды, возможно, мне придется вытаскивать ее из тюрьмы, но то, что делают отцы всегда. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо за этот супер вопрос. Мой вопрос связан больше с дилеммой, но по-прежнему. Как не потерять уверенности в своих действиях и ваших решениях, работая как преподаватель в течение всего 2-3 лет, начинающий учитель, да, и поэтапно вы теряете уверенность в себе, вы теряете силы, и в том числе и в профессиональном ключе. Я бы вот хотел, чтобы вы прокомментировали это как-то. Я думаю, это сложная ситуация, и многие из нас были в такой ситуации. Я думаю, одна стратегия, один способ подумать о чем-то положительном, о том, что было хорошо сегодня, почему я сделала что-то хорошо, что произошло, какой ребенок был счастлив, доволен, и что вы сделали для роста ребенка, и, может быть, закрыть глаза и на то, что было плохо, кто не слушался и так далее. Просто откройте глаза. Наденьте розовые очки, закройте один глаз, дисциплинируйте себя, подумайте о чем-то, проанализируйте все, что происходило в течение дня, каждый момент, что-то положительное, что происходило. Я понимаю, что это... Я понимаю, что вы говорите о положительном мышлении, позитивном мышлении. Невозможно постоянно критиковать себя, и тогда вы найдете решение своей проблемы. Может быть, еще одним решением может быть поговорить с другими, рассказать им, поделиться и сказать... услышать их проблемы и сказать: «Да, и у меня такие же». Это вы же не одна. Такое вы, у вас есть на кого положиться, вам всегда кто-то окажет поддержку. И всегда подумайте, что вы хотите изменить, и что вы должны менять, на чем вы должны сосредоточиться. Поговорите с кем-то и посмотрите на какие-то малые изменения. Не ищите крупных изменений, но шаг за шагом в вашем обучении, в вашем самосовершенствовании, не только в учебе других. И это даст вам силы. И выйдите из ситуации, посмотрите на ситуацию со стороны, найдите какой-то другой вид деятельности. У вас, конечно, нет много времени на это, но найдите что-то другое. Послушайте песенку. Я всегда ложусь на свою кровать, слушаю определенную песню, которая не заставляет меня серьезно задуматься о том, что я делаю. Просто слушаю музыку в свое удовольствие. Просто сосредоточьтесь и почувствуйте свою энергию. И вы можете делать это на перемене в школе, сосредоточиться на чем-то. Представьте, что вы это делаете, если у вас нет возможности сделать это на работе. Подумайте положительно, позитивно. И вы же работаете с детьми, и я думаю, вы найдете какое-то решение, и вы увидите,
надеемся, что реакция детей будет более положительной. Это вам будет поможет. Я думаю, у нас, может быть, еще один вопрос есть, но я также предложил бы несколько решений. По-моему, это непростое решение, но, наверное, лучшее решение – это с кем-то, конечно же, сотрудничать. Найдите других учителей. Встречайте каждые несколько месяцев, показывайте, чем вы занимаетесь, делитесь своими переживаниями, говорите, что вас беспокоит у ваших детей, у хороших учениках, у плохих. Я называю это стратегией встреч для учителей. Им вы говорите просто 5 минут, дальше слушайте следующего учителя, опять 5 минут, и потом вы это происходит в кругу, и вы приходите к каким-то решениям. Еще один вопрос. Технологии не решают всех вопросов, но он дает одну возможность. Сколько из вас слышали об IT-лаборатории? Вот в этом году мы упоминали об этом. У нас есть взгляд учителей, молодых учителей, и они в эту ассоциацию входят 3000 учителей в этом пространстве. И они работали 4 недели, вторая, первая неделя, третья, четвертая. Не сотни решений, но они предлагают какие-то простые решения. Найдите онлайн площадки, где бы могли общаться с такими учителями. Я буду рад поделиться с вами несколькими адресами. Я предлагаю вот такое решение проблемы. У нас есть еще один вопрос. Я не хотела задать вопрос, я хочу просто прокомментировать то, что вы сказали. Я не молодой учитель, как вы видите, но похожие вещи, которые вы говорите, и то же самое хотела сказать я. Если у вас есть проблемы, если у вас есть... Идите домой, послушайте музыку, насладитесь музыкой. Забудьте об этой проблеме. Ни в одной профессии нет бесконечного успеха. Работа — это не рай. И у меня был руководитель научный по моей диссертации who used to say the life is striped. The wider the white stripe, the wider the black one, but then you will have another wider white stripe. And the brighter is black one, then the brighter will be. У нас, да, у нас есть успехи, у нас есть какие-то промахи в жизни. Я думаю, это очень хороший момент, на котором мы и остановимся. Жизнь никогда не бывает черной или белой. Это всегда возможности, которыми делитесь своими планами, делитесь своими плейлистами, если у вас есть хорошие записи, найдите свое душевное равновесие как учителя, разговаривайте с другими, делитесь своими возможностями, ценностями, возвращайтесь в университет для того, чтобы освежить свои знания, если это даже требуется каких-то знаний, но постоянно освежайте свое мышление. Я советую всем никогда не останавливаться в мыслях, никогда не останавливаться в учении, никогда не останавливайтесь в развитии. Все врачи, все учителя должны быть врачами, докторами обучения, в обучении. Это то, что мы делаем. Мы готовим других к жизни. И последнее слово. И никогда не забывайте гордиться тем, что вы делаете, потому что все, что вы делаете, важно. И спасибо за ваше внимание. Спасибо.